Всем привет, приветствую на своем канале. Игра у нас SnowRunner. Продолжаем 8 сезон. Тестовый сервер. Выполнять задания. Сейчас будем выполнять задание про возрождение зверя. Посетить свалку. Возьмем мы с вами пировец. Так, здесь. Поедем вот на таком кировце, качаем, что там. Как у нас в кабине. Сейчас его заведем. Полный привод у нас постоянный. Поехали. Было видео, там карту мы с вами подкрывали уже. Этап завершен, нам надо вон туда. Его нового брата вытащить, Касим Сотова. Поехали в гараж.
Топливо хавать хорошо. Да, я его притащил. Я спутался маленько. Контракт выполнен. Пробуждение зверя отлично. Похоже, на этот раз нам повезло, что можно выйти с мелким ремонтом. Я думал, ты уже знаешь, что будет дальше. Знаю. У нас еще один кировец есть. Потом мы его в гараж поставим. Сейчас пересаживаем, что у нас сделал степ. Поедем выполнять, посетить заброшенный завод в вашем автомобиле или что там? Нет. Там у нас другой контракт вроде. Вот. Нет, нет, вот мы будем делать вот это задание, пропавшее рабочее. Посетить северный туннель. Поехали. Это вот новый мод вышел такой, Зила степ. Такой вот модик, как у него в салоне. Круто.
Тихо, тихо, не перевернись. Так, я хоть правильно еду там? Так. Да, выйдем. Так, направо. Прикольный желоб. Ух ты, как прыгнули, блядь. Пока едем без переднего привода. Ну, прыгаем как эти. Обнаружен новый прицеп. Этап завершен. Отремонтировать грузовик. Вот этот, наверное. Ладно, я взял ремонт на части. Ремонт. Азов. А, колеса нам не хватило отремонтировать. Почему же? Есть же у нас еще. Мне отремонтироваться. Блин, для этого ехать придется. Ах.
Так, тогда что делаем? Эвакуируемся в гараж. Да. Едем обратно, что у нас делать нечем. У нас там трактор гудит. Поехали обратно ремонтировать. Тихо, тихо, тихо. Разогнался. Сейчас я там проехать. Передочек включен. Офигенно идет грузовичок по полю, блин. О. Так, отремонтировал я его. Куда-то нам пишут доставить к отделу ремонта. А, вон туда, нифига себе. Как нам ехать?
принципе, уехать, да. Поехали, конечно. Там есть задание поле пахать. Вот я хочу, чтобы поле пахать открылось задание. Классно.
Контакт выполнен, пропавший груз. Значит, мы беспокоиться беспокоились не зря. Большое спасибо, вот твоя награда. Ага. Так, что у нас по контрактам дальше? Так, у нас открылся ремонт элеватора. Опытное поле. Вот, открылось у нас задание опытное поле. Мы поехали. Видок в этой штуке, прямо скажем, не очень, но мы уже просто собираем, надо убедиться, что этот трактор справится хотя бы с простой работой. Пахота, жатва и все такое прочее. Поставить на опытное поле культиватор. Так. Это нам надо с гаража ехать. Понял. Ехать за культиватором поедем. Так, вилку здесь стоит. Вот что я и хотел. Так, заглушим его. Ну что, берем кировец. Поехали за культиватором. Двигатель повредил. Как, блять, привяжется это дерево, блять, а. Заебало ты, блять, меня. Кстати, все по деревьям-то носит. Так, наверное, мы день поставим, да? Люблю эту ночь, да? Да не грязь, а еле едешь, блядь.
блядь, клавиатуру сейчас выброшу нахуй. Все присоединили культиватор, поехали. Приехали мы на поле. Да. Так, этап завершен. Вспахать поле нам надо. Все, разложились. Все, пашем, ребята, мы пашем. Я прямо трактором ворочаться как-то. Хрена прямо не едет, блядь. Стороны, куда, блядь?
пониже, но воткнуть. Напахал я тут, блядь. Этап завершен. Заставить на опытное поле сеялку. О, сеять будем. Это быстро попахал тут. Так, а где у нас сеялка? А, сеялка тут рядом. Так, ладно. Отцепляем. Поехали за сеялкой. Там завершен. Все, разложили сеялку, погнали. Уже упираться с сеялкой там. Тяжеловато идет. У нас сразу растет чего-то, да, ну, не как в ферме, да, в ферме-то посеять, потом она постепенно вырастает, а тут сразу за мной растет и едет. Прикольно так-то.
засеял. Поставить нам тут на поле. Уборочный комбайн нам нужен, да, сейчас вот. А неплохо бы так картошка бы росла бы. Сразу же посадил, быстро так выросло, блин. Так. Теперь нам надо доставить уборочный комбайн. Так, где он у нас? Мы пробуем тот еще трактор. Не пробовали, да? О, поедем на этом убирать. Едем за уборочным комбайном. Солнышки подавить, да? А где у нас уборочный комбайн, блядь, находится? Сейчас заблудимся. Да, видео долго, правда, будет, ну ладно. Вот я бы по кустам поносила бы, вот, блядь, его.
Ох ты, блядь. Пена лежит. Ну, это же какой-то бот, может, задание, да? Это, блядь, управление, вот я не знаю, я не понимаю. Вон наша сеялка стоит. А, уборочный комбайн там. Ты, конечно, далеко стоишь, что ли? Ёб твою мать, иди, блядь, ёбаная игра. Хуево. Блять, ёбаный комбайн этот. А чё ты не присоединился-то, ты, блять? Ну, ёб твою мать, иди. А теперь выехать-то с ним тут, блядь. Все, поехали собирать картошку. Я бы уже быстренько бы съездил бы на том Кировске. Рядом тут все, но...
Где у тебя передний привод купи, блядь? Блять, ты не можешь это преодолеть, что ли? Смешно, блять. Это держит. Ой, блядь, говноед страны. Пиздец какой-то. Все, будем собирать картошку. А, тут автомат, что ли? Пятый. А. Вот, сейчас. И он. Собираем картошку. У нас картошка валится. Вон картошка выпадает, да? Да. Вон картошки только вываливаться. Все, собрали мы урожай. Вон сколько картошки там. Контракт выполнен. Опыт на поле. Хорошо, теперь поезжай на склад. Они должны были закончить упаковку доброго на тобой урожая. Кстати, если тебе вдруг понадобится сельскохозяйственная техника, смело заглядывай в магазин прицепов, у них есть все, что нужно. Понял. Ну все.
Здесь вот картошку, наверное, загружать надо, вот, и отвозить ее. Так вот. Вот, ребята, выполнили мы такие контрактники с вами. И так уже времени час прошел. Вот. Нам осталось очень много тут. Открывались контракты, вывоз мусора. Нам надо час. Картошку будет доставить. Вот. Ну, это в следующем видео будем. Всем пока-пока. А может, и стрим будет, не знаю. До свидания. Удачи.